Относительно, я бы так сказал. Здорово. Давайте сейчас подключитесь и встану, покажусь вам немножко. Да, привет. Встану, покажусь. Просто в виде небольшой отчетности хотелось бы, чтобы вы, так сказать, видели процесс. Вот, а процесс, в общем-то, раскручивается все сильнее и сильнее. Вот, и судя по тому, что вчера с меня сошло довольно прилично воды, ну, на тренировке, когда я потел, пропотел хорошо, я, в общем-то, стал еще жестче. Вот. Сейчас посмотрим, сколько тут человек подключится по факту и встану, покажу вам. Но я думаю, вы по ногам сейчас все увидите, по детализации. Хотя я думаю, что по рукам и по дельтам тоже видно, что я становлюсь суше и жестче. Ну вот. Нет, 8000 нам не надо. Ну, конечно, выхожу. Не задавай глупых вопросов, пожалуйста. Так. Ну, я смотрю, еще продолжают пока люди подключаться. Видимо, я выбрал то время, когда еще никто не спит. Ну, естественно, я же сижу без футболки, поэтому всем же любопытно посмотреть, что это за куски мяса, блядь, такие. Да. Ну вот. Да, хорошо, окей, 150 и встаю. 150 и встаю. Ну что, сейчас будет 150. Ну, в общем, да. Так, ладно. Ну, собственно, вот вы хотели посмотреть. Постарайтесь комментами не закрывать, ребят, потому что свет и так хуёвый. Ноги смотрите. Я думаю, что по ногам все видно, да? Маргариновая хуета у тебя, судя по всему, в голове. От собственной убогости нечего сказать, да, и хочется прокомментировать как-то так, чтобы постараться возвыситься. Извини, братиш, не получится. Ты как был уебищем, так и останешься. Да пойди ты нахуй отсюда, это ж не для тебя здесь, долбоебина ты, блядь. Ну, как видите, кто здесь из моего фанатского сектора хотел посмотреть, тем я, в общем-то, показал вкратце ситуацию. Вот, со спины, ребят, не получится. Будет очень плохо видно, потому что фронтальные камеры, как вы знаете, у нее качество плохое довольно-таки. Ну вот. Значит, я еще раз обращаюсь к людям, которые заходят в трансляцию, не зная, кто я такой. Вот, с попытками светануть свой, блядь, низший интеллект и свою убогость. Вы сами же себя обижаете, понимаете? Комментариями из разряда урод, фу, дерьмо, что. Если вам что-то не нравится, вас сюда никто не звал. Это первое. Ваше мнение я вертел на своем хую. Это, собственно, второе. Третье. Чтобы показаться лучше, нужно быть лучше, а не пытаться унизить другого человека, при том, что очевидно уже, что этот человек как минимум физически лучше, чем вы, развит. И это не дается за один месяц. А вот человек с ником 377 MMM, это как бы называется быть убогим и оставаться таким. Вот. Ну, на что касается моей братвы, ну,
Вы хотели, я вам немножко показался. Ребят, ну вы же понимаете, что, как вам сказать, держа в одной руке телефон, а второй рукой пытаться снять самого себя позирующего, это дело, ну, в лучшем случае для фото, но, конечно, никак не для видео и для трансляции. Но, тем не менее, я думаю, что как бы динамику вы видите и понимаете, чем мы тут занимаемся. Вот. Так, ну что, начинаем открывать чартерные рейсы в БАН. Я думаю, пора, да? Вот. Сейчас ребята полетают. К сожалению, бизнес-класс на сегодня билеты закончились, поэтому, извините, так сказать, сегодня экономом полетите. Вот. Что, у кого какие-то вопросы были, давайте я коротко на них поотвечаю. А потом пойду полежу, потому что потом мне тренироваться ехать. Вопросов-то как бы и нет. Хорошо, ты лети бизнесом. Да до воды еще очень далеко, о чем ты говоришь, XXX. Это еще очень далеко. Нет, до конца не выздоровел, но сиськи сегодня буду делать. Привет, Сахалин, могу сказать, да, это не проблема. Нет, Честер, я... Ну, как тебе объяснить, господи? Мне 31 год, занимаюсь полжизни своей. На скейте гонял в детстве. Да, я кушаю таблетки. Я думаю, что ты тоже, когда болеешь, кушаешь таблетки. Пиво тоже пью. Протеин тоже пью. Честер, тут вся суть в том, чтобы не форсировать форму и не тормозить ее. Вот, поэтому как бы все это делается по, как сказать, по ситуации. Вот, то есть, где нужно. Ты аргументируй, ты пишешь, бля, ебанутый. Ты что ты хочешь этим сказать? У тебя какие-то проблемы с этим, что ты, тебе нечего сказать, и кроме как написать говно, блядь, ты не в состоянии больше ничего сделать. Но мне тебя жаль в таком случае, что я могу сказать? Много, ребят, много еще, углей очень много. Короче, Честер, это все делается по визуальному. Вижу, что надо добавлять, добавляю. Вижу, что надо убирать, убираю. Так что нет, все как надо. Так а смысл выебываться, ребят, разве это для этого, я не понимаю. Люди сюда заходят повыебываться, разве? Очень странно, это реально очень странно. Зачем мне драться? Вот объясни. По сколько вам лет, люди, которые эти комментарии пишут? Я уже попозировал, ребят. Чем на жизнь зарабатываю? Видом спорта, которым занимаюсь. Извини, но уже вставать я не буду. Я же говорю, я уже попозировал. Пресс я качаю через тренировку. То есть где-то в среднем получается 3 раза в неделю. Как скажешь, если ты предложишь мне интересную работу в цирке, высокооплачиваемую, то я с удовольствием попозирую и в цирке. Особенно если это будет цирк Дю Солей, я думаю, ты потом будешь кусать свои локти по причине того, что, блядь, за одно мое позирование в этом цирке я получу денег, как ты за 10 лет работы. Неудачником в офисе, которого все будут гонять и чмырить. И голень примерно, да, 3 раза в неделю получается. Так и есть. Я чередую. У меня 1 день отдыха в неделю получается. Ну, там у меня плывущий график, то один, то другой. Я питаюсь тем же, чем питаются нормальные люди. Да, но ковра у тебя нет, а у меня есть.
Ноги, да, над ногами я целый год работал активно. Зад бедра еще вы не видели, но, к сожалению, зад бедра неудобно сбоку самому показывать. Да, на зад бедра было очень много работы тоже. Это будет немножко секаться в трансляции. Дельты один раз в неделю. Зачем их долбить? Зачем столько качаться, о жизни дальнейшей думать надо? Я тебя разочарую, мой маленький друг. Давай вступим с тобой в дискуссию, раз ты решил повыебываться. Мы сейчас с тобой в дискуссию вступим. Значит, первое. Качаясь всю свою жизнь, я, собственно, наверное, 31 года, наверное, примерно понимаю, зачем я это делаю. Это первое. Второе. Это и есть мой заработок, дятел. Это, блядь, наверное, второе. И третье, блядь. У меня есть уже ребенок. Меня знают, блядь, во всей нашей стране. И как минимум у меня в онлайне сейчас 163 человека. А ты кто? Ребят, неудобно. Я поставил телефон на зарядку, вот, и если я сейчас фронталку поменяю на переднюю камеру, то, блядь, вы будете смотреть в стенку. Вот, такая вот проблемочка. Поэтому, я не знаю, если совсем плохо слышно, я могу, конечно, направить в стенку телефон, но тогда вы будете разговаривать со стенкой. Да, я знаю Игоря Выборного. Позирует. Ну ладно, короче, ты убогий, с тобой разговаривать не о чем. Ну, как видите, ребят. Менталитет, блядь, русского человека не меняется. К сожалению, блядь, люди убогие, остаются убогими, не в состоянии, блядь, думать о том, как бы сделать так, чтобы перестать быть убогими. Единственные аргументы, которые они находят, блядь, для того, чтобы собственную убогость попытаться скрыть, это попытаться кого-то другого обосрать. С таким менталитетом, хочу я вам сказать, уехать можно очень далеко. Ну, куда-нибудь до Мозамбика, не иначе. Вот, это очень, очень плохо, блядь, не знаю, мне хочется сказать, что не старайтесь унижать других, при том, что видно, что другие уже находятся на уровень выше, чем вы сами. Это очень неправильно, надо постараться, наверное, свой уровень поднимать, а не пытаться принизить уровень другого человека, которого уже как минимум, блядь, люди знают, и который что-то в своей жизни уже хотя бы добился. Будучи школьником, пытаться, блядь, выразить свое, блядь, гнилое мнение, ничего не стоящее, никому не интересное, ну, это, блядь, это показатель, блядь, убогости, не более того. Вот такая хуйня. А я не обращаю внимания на уёбков, я провожу воспитательно-диагностические беседы с аудиторией, которая впервые меня увидела. Вот она меня увидела, кому-то я вижу интересно. Люди задают вопросы, что-то мне пишут и так далее. Поэтому я считаю, что нет ничего плохого, чтобы эти люди понимали, в принципе, мое мнение и отношение к каким-то там таким вот чисто морально-этическим вещам. Ну вот. Насчет девушки, которая написала сейчас по поводу, я не скажу свой вес, по поводу вмешательства каких-то препаратов там и прочее, да, я занимаюсь пол своей жизни, 15 лет я занимаюсь, вот, и я не очень понимаю, что вы подразумеваете с вмешательством препаратов и без вмешательства препаратов. Честно говоря, не очень понятно, потому что я думаю, что в вашу жизнь тоже частенько вмешивались различные препараты. Аспирины, блядь, и прочее, всякое говно. Получается, что как бы в вашем организме уже тоже не иначе, как мельдоний побывал.
Нет, хата не съемная, это моя личная Нарния, я в ней живу. Образование я уже говорил, у меня высшее образование. Первое это переводчик синхронист, не так, первое это пиарщик, а второе это переводчик синхронист, но переводчик синхронист я не закончил, поэтому по факту у меня одно высшее, но второе, блядь, второе было почти доделано, но я ушел. Ну, по сути, да. Рекламщик, лингвист, да. Нет, ты будешь разговаривать с моей стенкой и непосредственно с моей зарядкой от айфона. И я объясню почему. Потому что я сказал, что если вы хотите видеть меня во фронталочку, то будет плохое качество звука. Либо вы будете, соответственно, разговаривать пока что с моей розеткой. Но будете хорошо меня слышать. Двойной бицепс спереди. Да. Дабл байсепс, вся хуйня. Но я же уже его показал. Давай фронталку. Ну вы же только что орали, что вам не это. А тебе как ходить, Шазам? Ничего, нормально? А зачем мне на дом 2? А что мне там предложат? Если что-то интересное предложат, я пойду. Розетка, разметка. Ну, ребят, определяйтесь, хотите, сейчас переверну. Просто, блядь, ну, надо же как бы это подзарядиться немножко, а то 110 тысяч в месяц мало. За 110 тысяч в месяц в такую клоунаду я не пойду. Это несерьезно, блядь. Я по контрактам получаю больше. Ни на один вопрос. Не надо трогать мою маму. Свою маму я очень люблю. А по поводу вопросов, ребята, я не могу на все вопросы отвечать, не обижайтесь. Смотреть бесконечно на розетку. Ну, посмотрите. Ну, я буду говорить погромче, может, тогда вам будет слышно пока что. Давайте, пока у меня есть настроение отвечать на ваши вопросы и побеседовать с вами, я на них поотвечаю. Я даже постараюсь быть не злым. Льняное масло, рыбий жир. Да, блядь, я все пью. Я уже говорила, на этот вопрос тоже отвечал. Рост у меня 173. Ферменты, начинать с самых простых, если брать тяжелые, потом будет хуевасто без них. Я большой, красивый, да. Травы от бати, в смысле, от какого бати? На лбу чуть слил массы. Но лицо потихоньку же тоже будет худеть, Честер. Вот. Да рост как рост, не жалуюсь, мне хватает. У меня наушников не, а нету. Ребят, для сна мне бы кто-нибудь что-нибудь посоветовал, потому что сплю я отвратительно. Только что ответил на вопрос про ферменты. Я сейчас не пью, а если вам что-то нужно, то что-нибудь легенькое как раз мизим подойдет. Алфлутоп.